никак не могу понять этих педиков. Что они нашли друг в друге? Ненавижу педиков! Не, это у Чинуарди спрашивайте ссылку. У Чинуарди, простите. Капец, конечно. Это Виагра. Как ты понял, что это Виагра? А, не знаю. Верка Мекомбо. Пожалуйста, вы... Спасибо. А то моя Нэнси уже совсем старая. Нэнси! Ну что ж, выпьем за знакомство. О! А можно еще водки, Сергей Викторович? Я люблю ее. Да, пожалуйста, нам не жалко. Нет, нет. Достаточно. Я люблю вашу дочь. Ну, вы пока пообщайтесь, а я на минуточку. Ну, а где же вы учились? Я учился в Штредбурге. Где? Штредбург. В Штредбурге. А это где? В Нью-Хэмпшире. О. И что же вы изучали в этом Штредбурге? Настя? И последний вопрос. Я видел, вы подарили Насте собаку. Вы что, любите животных? Ну, вот и я. Вы уже пообщались? Вадик, а почему ты не ешь бобы? Мама прекрасно готовит бобы. Да-да, я слышал. Блять. Ну что ж. Подожди, это реально? Вот в чем прикол. Гордятся. И песня, походу. Чего случилось? Не спрашивай. Это пятиметровка. Не дала, заткнись. Понимаешь, все не просто. Раньше я думал, просто ей вогнать. Это нормально. А теперь все изменилось. Что, ты уже не хочешь ей вогнать? Ну, любовь я тебе не обещаю. А хорошее настроение у полкило всегда с собой. Они же и так, блядь, уже курят. Подожди, это другое. Сука, он ему родинку оторвал. Хуже не придумаешь, будет. Вообще пиздец, что он сделал. Красивая смерть. Это тоже вы? Прабабушка. Еврей. Чего, блядь? Это хорошо. Ну, это я не понял. Учи завалите бомбинатор. Его, как последнего оленя. Последний олень. А он точно педик? Ты помнишь, откуда? Очень. Писек. О, вулкан. Сука, ебать у тебя клиповое мышление, походу, все. Нейрон активити. Йоу! Подожди ты. Ты не представляешь, с кем я. С Димой Миланом. Представляешь. Ух ты. Да я не тебе. Это просто сумасшествие. Это невероятно, что в кадре происходит. Я в казино. Он пригласил меня в свой особняк. Они в казино вулкан. Офигеть. В свой особняк. Ты с меня спишь? Ты что, так сразу впереди? Ага. Это не знаю, посмотри. Все, пока. Есть уже люди, которые не знают про Билана? Я тебе! Нет, нет, он сейчас в трендах. Но он сейчас типа как вернувшийся. Там типа у него то, что он рассказывает, что у него депрессия, алкоголизм, вот это вот все. Он сейчас модный у девочек. У него проблемы. Алло, здорово! Есть отличные новости! Какая?
Ты еще хочешь ее выгнать? Блядь. Давай, давай, думай, сам знай. Да, 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 подожди минуту. Да, да, да. Да, 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 да. Бля, быть актером. Да, да. Быть актером. Уже некомфортная сцена стала. Да, да. Быть актером — это выбор. От баров с дешевым пивом. Как ты это сделал? Больше попахивает оптимусом. Кто его знает. День рождения его сына, нормально. Рождество Христово. Я реально, кстати. Спасибо. Фу, бля. Спасибо. Как переделана песня из новостей. Спасибо. Вообще не держали, вообще от пизды по другу на ходу по команде. Это всего один день. Пиздец. Ну? Что ну? Ну и? Что ну и? Ну и что? Что ну и что? Вы становитесь предсказуемым. Я спрашиваю, что дальше? Мы ждем. Ждем? Чего ждем? Далеко-далеко есть земля. Пока тебя отпустят. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый что? Год. Что? Что вы разъебете? Пока тебя отпустят. Они ждут, пока его отпустят. Вань! Невероятно. Ну посмотрите. Да ну. Разве не дебил? Про животных не надо. Ладно, договорились. Ну а насчет педиков? Нет. Ну педик. Нет. Ну, он этого не любит, пойми это. Ну, вот для вот этого момента, что не влезло, бля, не влезло много. Бля. У него несколько альбомов было. Я помню, еще у Павла Воли было вот это. Ну ладно, это было жестко. У Павла Воли был трек, который назывался «Скачай на телефон этот рингтон, чтобы Павел Воля заработал миллион». И его можно было скачать на телефон. Точно, точно. И скорее всего он заработал. И скорее всего заработал. Да, нормальные бабки мутили на всем, чем могли. Это главная цель. Ты заговорил ровно, когда он заговорил. Он твоим голосом запиздел. Это было похоже. Тогда распишись. Жестко. Пиздец, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Спасибо за просмотр. Я перед всеми извиняюсь. Мы сейчас пойдем спать. Самый лучший стрим. Как же Коля со русского бойца? Почему? Там в чате. А Дима трунктел. Чего вообще, я не слышал? А Дима трунктел. Ничего не понял. В этом и суть. Так, Слушайте, вот Мэдисон пёрл, ну, пёр пирог, торт. Мэдисон пёр зануду. Дима пёр джем. Твич. А Дима трунктел. Так, блять, ну хорошие тиктоки, спасибо большое. Вот там на 800 смотри, мне уже нравится. Где, вот этот? По тексту, да. Мне бросила женщина, что мне делать? Господи. Брось ее обратно. Спасибо тебе за твой стрим. Хорошо. Последние месяцы я чувствую себя скверно. Обсасывание. Ну, Димас выдал. Но всегда.